2 ноября 2018 года, 30 октября 2018 года. В Венеции, жемчужина, красивейший город, началось наводнение. Она, конечно, стоит на воде, вся Венеция, и ее время от времени затапливает, но так, как в этом году, еще такого не было. Я думаю, наводнение этого года побьет все рекорды, которые знала Венеция. Основным рекордом это был 1966 год. Еще был плохой год, это 1979 год. Однако же, мне кажется, что именно этот год будет самым страшным для Венеции. И, конечно же, вряд ли Венеция оправится после такого наводнения, как в этом году. Вода поднялась на 1,60 м. 1,60 м – это рост человека. Люди ходят по пояс в воде. Сначала она чуть-чуть прибывала, и люди надели такие резиновые сапоги, сразу же выдали, видимо, у них есть фабрика, которая это производит, такие, знаете, как плащи на тело, только такие же пластиковые сапоги по колено, совершенно разноцветные, красивые, как вы видите на фото, да, и вот такие сапоги надели туристы и пошли ходить. Город затопило на 77%. Весь центр, в основном исторический центр, начиная с площади Святого Маркоса, туда пришла основная вода. Это самая нижняя точка. Именно туда пришла вода. Стихия застала врасплох многих туристов. Они, конечно, не ожидали. Они приехали на каникулы. Они приехали отдыхать, посмотреть прекрасный город. И вдруг вода буквально по пояс в этом городе. Многие туристы покинули город. Для города Венеции это большой минус. А многие туристы остались. И ведь интересно же, вы представляете, приезжаешь в город, а там наводнение. Хотя уже погибло 6 человек. И несколько десятков получили какие-то повреждения. Но без этого не бывает, когда город находится буквально в водной стихии, которая поглощает этот самый город. Аква Альта, высокая вода по-итальянски, несомненно погрузила город в хаос. Альта или Ялта. Вы понимаете, Ялта, Альта, оно близко. Хотя, конечно, город Ялта со своим названием относят к турецкому происхождению. Я элиты, там еще как-то об этом много писали. Однако же, вот понимаете, встречаешь здесь так. Альта, Ялта, Альта, одно и то же. Ялта, Альта. Вы понимаете, вот когда встретишь такое, то сразу понимаешь, что там тебя обманули про турецкий. Происхождение слова Ялта, а здесь Альта. А вы знаете, что в Крыму очень много жило итальянцев? Об этом как-нибудь потом, хотя я уже об этом рассказывала. Полностью под водой оказалась площадь Святого Марка. И вот смотрите фотографии, смотрите, какое буйство природы. Вода, практически море вошло в Венецию. Просто море. Раньше это было интересно для Венеции, потому что сточные воды уходили. Губернатор области Венето, административный центр Венеции Лука Дзайя, заявил, что положение в регионе критическое. Дзайя предупредил, что бедствие может достигнуть масштабов 1966 года. Тогда наводнение затронуло в том числе и Флоренцию, а также другие города Тосканы, севера Италии. Регулярные, в том числе сезонные подъемы воды в дельте реки По, Венецианской лагуне, а также в соседних регионах Северной Адриатики, которые вызывают затопление значительной части территории Венеции, а также других приморских городов по линии Кьоджа, Триест. Основная причина наводнений – ветровой нагон воды, к которому в последнее время добавился антропогенный фактор – разрушение плавней и активный дренаж заболоченных низин. Приливы и некоторые временные
Подъемы уровня воды в прошлом играли благоприятную роль в жизни города, так как они уносили из его каналов сточные воды. Теперь же, когда погружение острова Венецианской лагуны ускорилось, частота наводнений увеличилась, а последствия от них значительно усугубились. Поскольку соленая вода разрушает кирпичную кладку, а максимальная высота островов Венеции не превышает 2 метра над уровнем моря, своеобразным индикатором благосостояния города является его самая низкая точка, это площадь Сан-Марко. Явление так называемой высокой воды, ранее наблюдавшееся на площади в среднем 9 раз в году, а теперь это происходит в среднем 90 и 100 раз в году. Я люблю Венецию. Мы довольно часто туда ездили раньше с детьми. И с этим городом связано много разных воспоминаний, приятных воспоминаний. Красивый город, действительно жемчужина старой, ушедшей от нас эпохи, когда Венеция, вероятно, еще не была городом, который уходит под воду, когда она еще была настоящим городом. Это ведь позже, гораздо позже, на гондолах стали ездить люди, и даже такси у них это гондолы. То есть гондольеры это таксисты. Вот что значит Венеция. Печально, но однако же, насколько я могу понять, Венеция все-таки уйдет под воду. Ей суждено, видимо, уйти под воду. Да, та Венеция, которой скоро мы можем с вами и не увидеть. Я Таня Карацуба, Сеид Бурхан.